Добрый день, друзья. Мне вот подсказали такой типа лайфхака небольшого. Хочу с вами поделиться. Вот бывают вот такие вот отвертки. Вот видите, с одной стороны прямая, с другой крестовая. Вот эту ручку я где-то нашел, а я не помню, нет, на приемке взял, потом вот эту взял, эту вот я нашел просто на дороге давно. Вот. И что я могу сказать? Что я могу сказать? Человек мне подкинул идею, оп, сделать вот так. То есть, что получается? Вот у нас мы берем вот эту и не берем ручку. Это для чего это надо? Возит он в бардачке велосипеда. Места там немного, поэтому тащить дополнительно вот такую ручку, если там уже лежит семейный ключ, ну, то есть нет смысла. А получается довольно, и у нас рычаг хороший, и не занимает места. Вот такая вот комбинация. При этом можно, вот эту вот я купил на приемке, без ручки валялась. Эту я собрал по отдельности. По-моему, взял вначале ручку, потом эту. Или что-то я нашел, а что-то я уже докупил. Вот эту я только помню, что я нашел, а вот, ну, вот эту вот отдельно я купил. То есть на базаре бывают ручки ломаются, вот можно там купить за 10 рублей. И в неплохом состоянии, вот. Мощная крестовая. Плоская, вот, и не занимает много места. Ну, вот такое типа, не знаю, назвать лайфхака или как это. Вот, ну вот немножко может здесь что подточить, пройтись над филечком или там ножичком, грань, а так все. И вот с ручкой, ну вот поменьше, вот это может и влезет с ручкой, вот это вот уже не влезет. Ну, если вот сравним, то сантиметр. Вот такая вот хитрость. Благодарю за внимание. Всего доброго.